Значит, вы хотите знать мнение Черной Бороды? Может ли новый капитан дать вам веселую жизнь, походы и добычу? Да. Из всех джентльменов удачи, поднимавших паруса в Вест-Индии, он один из самых хитроумных. Было время, я считал себя бичом божьим в этих водах. Но этот человек просто живет бурей и бедой. Я видел, как он один вырезал всех на испанском галеоне. Да, он сражался как бес, как сам дьявол. А еще он хитер. Он знает все здешние берега, как свои пять пальцев. Если вы охотники за удачей, Эдвард Кенуэй – ваш капитан. Только не суйте нос в его дела. Он хранит множество тайн. О них и я боюсь спрашивать. Thank you.
дорога! Это опасно? Эдвард, каперство это опасно? За опасность нам и платят. А почему не королевский флот? Там жалования и люди знатные. К черту все это знать. Убиваться за гроши, чтобы капитан наживался. Так не заработаешь. Опять ты о деньгах. Пойми же, Кэролайн. Я хочу достойной жизни. Хочу жить в достойном доме. Есть хорошую пищу. И сколько же тебя не будет дома? Год, может. Или два. Хорошо. Не больше двух. Обещай. Тоже понравилось? Гавана. Мне нужно в Гавану. Надо лишь построить новый корабль. Я заплачу. Ведь пираты любят звон монет. Я дам тебе 100 искуда. Так-так? Так да или нет? А деньги потом, да? Пираты, черт бы вас побрал! Далеко собрались-то? Эй, приятель, не будем ссориться.
Отсюда до Гаваны сотня лиг, не меньше. Вы что, пешком пойдете? Болван! Куда он бежит-то? Thank you.
Вместе нам было бы легче. Сеньор Дункан Уолпл, я принимаю ваши щедрые предложения и с нетерпением жду у себя. Если вы располагаете нужной нам информацией, мы щедро вас вознаградим. Конечно, я не знаю вашего лица, но, полагаю, смогу узнать по костюму, которым славится ваш орден. Итак, поспешите в Гавану. И поверьте, мы примем вас как брата. Сумас умильде сервидор, эль губернадор Лауреано Торрес и Аяла. Что ж, Уолпл, пора за наградой.